Звонкие детские голоса раздавались в уютном культурно-досуговом центре молодежной в селе Юдино. На 6-й окружной фестиваль детской песни «Звездопад» здесь собрались около 300 юных вокалистов в возрасте от 3 лет. Участники приехали со всего Одинцовского округа. Были и гости из Власихи, Краснознаменска, Москвы. И самое главное то, что это конкурс детской песни, детского творчества. Настоящая такая детская музыка, как из детства. И вот очень хорошо, что эти традиции живут, что они, более того, возрождаются. Какое-то время подобный жанр ушел в тень, но сейчас, благодаря вот тем людям, которые его поддерживают, он возрождается. Яркие наряды, детская раскованность и артистичность. На сцене все, кто хочет и любит петь. Ребята выступают соло и в коллективах. На фестиваль в молодежной участники приезжают как на праздник. Основное правило только одно. В репертуаре могут быть лишь детские песни. Поем только детскую песню, только добрую песню, песню из мультфильма, песню патриотическую детскую. И песни наших авторов, наших земляков. Ведь у нас прекрасные песни написаны Варламовым, Тумановой Ириной, да? И вот эти люди сегодня с нами. Это замечательно. Фестиваль проходил в течение всего дня. В перерывах между выступлениями в фойе культурно-досугового центра награждали лауреатов и обладателей гран-при. Подарки лучшим исполнителям вручили депутаты-единороссы и представители окружной общественной палаты. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».